Вы знаете, такое хочется просто на видео записать, потому что я заказываю книги очень много лет и заказывала и по разной стоимости. Я имею в виду особенно у частных продавцов. И всегда, да, приходили по большей части упакованными в картон. Ну вот так, чтобы были упакованы, я в шоке. То есть вот здесь первая коробка, я ее раскрыла. Здесь проложены две вот такие вот штучки, чтобы оно тут... Что тут? Тут. И вот сейчас еще надо вот это вскрыть. Я даже решила на видео записать, потому что я в шоке. Честно вам говорю, первый раз за всю мою жизнь, за все сотни приобретенных книг, мне попадается такой продавец, который так добротно упаковал книги. Сейчас еще вот это вскрою, посмотрю ради интереса, что там. Да, сюрпризы не заканчиваются. Дальше у нас еще вот такой вот слой. Она такая прочная, похожа на пенопласт. И там еще кучу упорки. Вот, там уже нет ничего. Думала, может, еще один кусок пенопласта, но нет. Слушайте, просто потрясающий продавец. У меня нет слов. У меня одни эмоции первый раз. Вот, еще раз повторюсь, за столько приобретенных книг мне попадается такая упаковка. Безумно качественная. В ней можно в футбол играть. И книги выживут. Вот просто от души. Я даже обычно не пишу там письма, ну, в плане спасибо, получила там заказанное все. А тут просто даже хочется человеку написать, выразить признательность за такую мега надежную упаковку, что я, собственно, сейчас и сделаю. Это тоже будет у меня впервые. Да, вот такой вот экстаз, да, такой восторг просто от упаковки. Я в шоке. Точно.